Всем привет! Сегодня я покажу, как можно набрать степень на клавиатуре смартфона. Допустим, мы вводим какое-то число, 10, и хотим ввести в 10 степени. Как набрать в 10 степени? Для этого мы удерживаем пальцем на цифрах, на переключателе цифр, вот так вот нажимаем. И тянем. И тянем палец на цифру. Ставим, отпускаем. Видите, появилась единичка. Вот, это уже в первой степени. Теперь, допустим, 10 в 10 степени. Опять удерживаем. Тянем на нолик. Оставляем. И видим, что у нас 10 в 10 степени. То есть, смысл такой. Мы удерживаем эту кнопку переключения на цифры и тянем на наши верхние цифры. После этого появляется степень. Теперь, допустим, мы пишем какое-то число. Например, пишем «Привет». «Привет». Написали и хотим поставить какую-то опять степень. Держим на цифры. Видите, здесь полоска появляется. И, допустим, мы хотим поставить двоечку в квадрате. Перевели на двоечку. Раз. Видите, у нас привет в квадрате. Вот таким вот способом можно выставлять степени как к числам, так и к словам. Допустим, мы хотим написать какое-то уравнение ax плюс bx в квадрате. Давайте я сейчас это напишу. Смотрите, допустим, мы пишем уравнение ax, написали ax, теперь ставим степень. Тянем сюда вот на двоечку, видите? Так, отпускаем. Раз. Видите, у нас ax в квадрате. Допустим, дальше пишем там плюс bx. Переключаемся на клавиатуру, ставим bx. Опять держим на переключении цифр, тянем вверх. Вот здесь вот полоска появилась. Перевели на двоечку. Видим двоечка. Отпускаем. Нет, немножко не так. Держим вот так. И тянем на двоечку. Все, видите? У нас появилось уравнение. А как бы вы его написали по-другому? Если вы знаете варианты, пишите. Будет интересно. У меня на этом все. Всем пока.